Приветствую, мои приветствую на моем канале. Этот Богданчик за мной идет. В школу идем. Приветствую на моем канале. Хотелось бы затронуть такую интересную тему, как искренность, неискренность, как бы это так обозвать. Тема, связанная с тем, что говорить то, что думаешь, да? Говорить то, что думаешь. И вот может всегда показаться, что нужно говорить то, что думаешь. Вот подумал, что кто-то дурак, и взял это сказал. Нет, не потому что ты как бы такой смелый и всем можешь это сказать. Нет, абсолютно нет, не в этом контексте. Просто дело в том, что говорить то, что ты думаешь, не есть мудрость, а есть величайшая глупость, потому что нужно говорить то, что ты обдумал, 100% понял, что оно, это и надо сказать. Потому что, когда ты понимаешь, что твое сознание является не тобой, вот, мыслительный процесс, а именно инструментом в твоих руках. Инструментом в руках познания Господа. То вот здесь вот ты приходишь к пониманию и осознанности того, что в реальности говорить все, что ты думаешь, есть величайшая глупость и бред. Почему? Потому что если ты позволишь твоей машине, на которой ты ездишь, самой управлять и делать то, что ей вздумается, ты попадешь в беду. Она тебя уничтожит. Машина не является тобою. Ты являешься владельцем этой машины. И когда ты садишься за руль твоего автомобиля, автомобиль не должен тобой управлять. Автомобилем должен управлять ты. И ты должен решать, куда тебе ехать, а не твой автомобиль. Точно так же и с сознанием, с твоим мыслительным процессом. Именно ты должен управлять твоим сознанием и мыслительным процессом, решать, что тебе говорить, а что не говорить. Решать, какие чувства должны у тебя быть, а какие не должны. Решать, как использовать эти чувства, а как не использовать. Это вовсе не лицемерие, это мудрость. Мудрость управления самим собой. Ты, наверное, помнишь, что владеющий собой, то есть собой нужно уметь владеть. Лучше завоевателя города. То есть завоеватель города может завоевать этот город на определенных ощущениях, чувствах и переживаниях. Но этот человек не удостаивается чести больше, чем тот, который умеет управлять собой, который владеет собой. Дело в том, что даже апостолы писали уникальную вещь о том, что язык, куда ты его повернешь, как ты будешь говорить, что ты будешь произносить твоими устами, на что ты поведешься, на чувства или на эмоции. И в этом контексте, если ты будешь принимать решения, то туда и повернет твоя жизнь и судьба.
Поэтому нужно быть очень осторожными, я говорю и к себе, с тем, что говорить и каких чувств и эмоций придерживаться. Но должен быть осторожным, нужно уметь всем этим управлять. Это достаточно сложно, когда ты привык всю жизнь думать, что твое сознание, твой мыслительный процесс, твои чувства и эмоции – это и есть ты. Но когда ты приходишь к осознанию, что откровение, которое здесь рождается, вот это есть ты. А не чувства и эмоции, а не мыслительный процесс, который происходит в сознании, на голову показываю, на самом деле он не является частью головного мозга. И вот это вот. И мы должны уметь управлять этим всем. Научи нас, Боже, приучи нас к тому, чтобы не сознание нами управляло и манипулировало, не мыслительный процесс наш, не наши чувства и эмоции, а откровение Твое, которое внутри нас, пусть оно управляет всей нашей жизнью, всем нашим сознанием, всем нашим мыслительным процессом, всеми чувствами и эмоциями, которые у нас возникают. Именем Йешуа Хамашиаха. И последнее. Не Библия должна управлять тобой. Потому что откровение — это не Библия. Откровение — это не Библия. А тобой должно управлять познание откровения, которое внутри тебя рождается. Оно должно тобой управлять. То есть это ты. Надо все. Всего хорошего, мира, любви, добра, жизни, истины. Благословения.